В Талдыкургане стартовал пятый тур 30-го республиканского чемпионата по волейболу среди женских команд национальной лиги. Соревнования проходят на площадке Дворца спорта «Жастар». Проведение игр в формате плей-офф подразумевает парные поединки до двух побед на вылет. Борьбу за призовые места ведут команды, занявшие в регулярном чемпионате первые четыре места. Это клубы «Алтай», «Куаныш», «ЖТСУ» и «Алматы». По итогам четырех прошедших туров позицию лидера занимает «Алтай». Усть-Каменогорский клуб всю последнюю игровую неделю прошел без единого поражения, набрав в общем счете 68 очков. На втором месте расположилась команда «Куаныш». У нее в активе 58 баллов. Буквально на пятки североказахстанцам наступает профессиональный волейбольный клуб «ЖТСУ» Алматинской области, расположившийся на третьем месте. С аналогичным количеством баллов, но с меньшим числом выигрышных партий. А потому борьба между этими соперниками – проходит на максимально высоком уровне напряженности. Преимущество плей-офф, каждая команда получает дополнительный шанс завоевать медали. Если, скажем, в регулярном чемпионате команды распределились Алтай, Куаныш, ЖТСУ, Алмата, то в конце чемпионата мы не знаем, как это может заключиться. Может быть, и четвертая команда может завоевать и золотые медали. То есть, поэтому, а ЖТСУ, Куаныш надо будет доказывать то, что они тоже могут и выше прыгнуть. Вот. И мы ждем очень такого напряженного соперничества, особенно между командами Куаныш и ЖТСУ, потому что в регулярном чемпионате игры проходили очень напряженно. Только одна победа разделила эти команды в турнирной таблице. В первой же встрече с североказахстанским Куанышем игроки нашего клуба ЖТСУ на радость местным болельщикам наглядно продемонстрировали свою отличную физическую подготовку и технику профессионального волейбола. Среди многочисленных болельщиков поддерживал местный волейбольный клуб в нелегкой борьбе за чемпионство аким Алматинской области Канат Бузумбаев. По словам игроков, искренняя и активная поддержка зрителей всегда вдохновляет и вселяет уверенность в своих силах. Я очень счастлива, что играю в составе клуба ЖТСУ. В команде очень дружеская атмосфера. Мы все понимаем друг друга с полуслова и всегда поддерживаем друг друга и помогаем. Большое спасибо и нашим болельщикам, которые приходят на матчи и переживают за нас всей душой. Мы чувствуем их любовь и поддержку. После двух побед в играх с североказахстанским Куанышем нашей команде предстоит оспаривать первенство с основным своим соперником – Усть-Каменогорским Алтаем. Напомним, матчи проходят по системе плей-офф, что судьям поможет более объективно выявить победителя, а зрителям понаблюдать за зрелищными и увлекательными играми мастеров волейбола. Лилия Штогрина, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ.